из Таджикистана. Вот они герои, их награждать надо. В общем, нам не хватает таджикской культуры, честно вам скажу. Таджикской великой, Саадия, Фирдоусия, Хафизия. Потому что у них есть в сердце любовь. Ты должен брать с них пример, что эти молодые мужики не бросают своих жен, как делают русские. А эти едут за 3-9 земель, работают, и они отсылают деньги своим женам, матерям. Почему? Потому что они верующие люди. Потому что у них есть в сердце любовь, а не полное равнодушие и желание только для себя одного блага. Вот чего. Поэтому их не только не нужно на них раздражаться, а нужно их ставить на пьедестал и смотреть, как нужно относиться к собственным семьям.